заботимся о том, чтобы наши горожане питались правильно и в то же время вкусно. Сегодня рецептом правильного ужина поделился шеф-повар ресторана «Rest & Sat» Андрей Хазик. Готовить мы будем на пару, то есть у нас имеется форель, кабачок, немножко петрушки, спаржа. Сейчас люди уже поняли, что они распробовали уже различные фастфуды, распробовали уже все чипсы, всю газировку, и теперь стали заботиться просто о своем здоровье. Я считаю, что правильное питание в нашем регионе, и вообще, ну, можно сказать, во всем мире это популярная тема. Я подчеркнула для себя классный рецепт семги. Буду готовить, наверное, ну, через недельку это все переварю. Да, ну а так очень много интересного было. И главное, полезного. Ну, во-первых, я узнал, что такое идеальный ужин. Мне очень сильно понравилось. Понравились советы диетолога. То, что очень грамотно, популярно все объяснил, что здоровое питание очень полезное как бы для нашего организма в целом. Ну, конечно, благодаря «Золотой вилке», то, что вот организовали такое мероприятие. «Золотая вилка» – это одно из старейших мероприятий. И, наверное, то, что они продолжают работать, я думаю, это показатель. Ну, мы как региональный партнер будем принимать участие. Мы входим в состав жюри, то есть мы будем оценивать лучшие там заведения, лучшие рестораны, там кафе. И, соответственно, надеемся, что мы сделаем правильный, достойный выбор и выберем самое лучшее заведение, самое достойное. Сейчас по итогам СМС-голосования выходят 3 финалиста в каждой из номинаций. И уже после завершения СМС-голосования экспертно-оценочная комиссия выберет одного победителя в каждой номинации. И мы их узнаем 10 июня.